Друзья, всем привет! Вновь мы на нашем объекте в Ленинградской области. И я вам говорил, что в предыдущем ролике, что покажу, как работает фальцсимер, как ребята им закатывают фальц. Поэтому сейчас пойдем посмотрим. Так, мы залезли на крышу. С последнего ролика что изменилось? Изменилось, что обшили трубу здесь, поставили снегозадержание. Здесь сами кронштейны в каждый фальц поставлены. По-моему, эти снегозадержания от Grand Line. Вот. И каркас конька сделан высокий. Здесь тоже уже частично поставлено снегозадержание. Вот. Ну и ребята уже здесь вот монтируют. Часть мертвых клеммеров стоит. Зачем профессионалам мешать? Плавающих. Первый заход. И фальчик ровный. Отлично. Всяко быстрее, чем вот этими рамками, драговками. Это одна для первого фальца. И вторая для второго фальца. И это вот она будет, если не машинка, то на коленках постепенно проходить. Да, ускоряет. Намного ускоряет. И вот так. Следующее. Скат несложный, поэтому сегодня здесь все закидает. Ну вот, как-то так показали вам фальцсимер, и продается он в магазине Невалайн 25 миллиметров. Сколько стоимость его, я вот тут приложу фотографию. Вот, так что на больших объемах, на таких простых крышах, конечно, она, эта машинка очень сильно ускоряет процесс. Вот, поэтому как-то так. Всем пока. До скорых встреч.
Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive.